Так, друзья, реакция набрала больше 2000 просмотров, поэтому продолжаем смотреть сериал «Копы». Мне особо не интересно. Первая серия показалась мне очень слабой, но говорили то, что вторая и дальше куда лучше, типа планка повышена и так далее. И я поэтому предлагаю вам набрать на этой реакции больше 3000 просмотров. Если наберем, то смотрим следующую. Погнали! На районе джай, пацаны, подруги. А я на джай, угорает так. Заменю музыку, пожалуй. Не хочется, конечно, но куда деваться. О, доставка. Амбал где? Амбал. Нормально так. Амбал, вставай, зыба. Амбал. Вставай, братан. Амбал. Разбуди его, я в туалет схожу. Амбал, вставай. Бля. Я же просил его разбудить. Зачем вот это разбудили? Амбал заебал. Амбал, бля. А, я же знаю, как его разбудить. Ебаный рот. Знюхай, ёптить. Вставай давай, братан. Ой, капец, бля. Нормально. Чё вчера было? Ой, бля, ой, бля. Давай быстрее собирайся, братан, на работу опаздываем. Ой, ой, бля, сушняк. Ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля. Все, больше бухать никогда не буду, отвечаю. Да, конечно. Чё, плохо, да, братан? Может, пивка тебе? В смысле, разливного, что ли? Да я угораю, братан. Давай быстрее собирайся, все, в душ. Поехали, там сейчас шеф орать будет. Давай, 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 на развод. Я чё за тёлки? Твои тёлки, блядь. Быстрее, 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 амбал. Ой, бля, ой, бля. Короче, братан, подарок за мной. Сейчас зарплата упадет, что-нибудь загреете. Да, завязывай. Бля, давай хамас возьмем. Меркетау хамас. Бля, лучший напиток, братан. Спасет сейчас меня. И, кстати, что за подруги были у тебя сегодня на хате? Да шмары какие-то. Хотя ничего, да, такие высокие, бля. Ну, может, для тебя высокие, да? Что ты пристал до моего роста, а? Нормальный рост у меня. Амбал, для тебя куплет, черный Мерседес, оперативка, пистолет. Всегда на старте, в засаде, не горит свет в хате. Но тебя амбал найдет, старый каратель, Туган Кунуме, братан, от души. А мы всегда с тобой, твои кореши, братан. Туган Кунуме, братан. Прикольно, прикольно. Коша, красава, брат. Я у тебя реально талант. Нафиг тебе полиция, иди на сцену. Он амбал тебя со скриптонитом сведет. Да, амбал, ты же скриптонит даже знаешь же? Знаю, знаю. Да ну нафиг. Э, откуда ты его знаешь? Этот, в Чу вместе жили с ним. Он с Павлодара же, братан. Я говорю, в Чу он ко мне постоянно приезжал. А сейчас чем занимается он? Рэп читает, да? Да, рэп читает. С этим, как его, Силяев, Басков, Лентьев, что-то они сейчас вместе проект какой-то делают. Держи, родно. С днем рождения, брат. Книжка. Нет, Дишка? Нахрена ему книжку? Он даже кодекс не читал. Книги в топчик. Ну тогда. Глюглюжайна, кльди война, вальбалашанда. Глюглюжайна, кльди война, вальбалашанда. Охерели, что ли, блядь? Блядь, сколько раз говорил, мои вещи не трогай. Как дела, шеф? Если не твоя денюха, я... Ну-ка, вдохни. Со вчерашнего дня бухаешь? Нет, после 12 начал.
Че устали? Садимся. Шеф, материал за дежурные сутки подпишите. А че по делу Кожуху? Переквалифицировали? Да. Ну я сразу сказал, что там группа лиц. Токио, че с Машонкой? Там, короче, какие-то люди создают фейковые страницы в Инстаграм, выкладывают, короче, фото больных детей, инвалидов и кидалово, короче. Пидарасы, блин. Разберешься? Ну да, сегодня будем отрабатывать. Ой, бля, ой, бля. Ну все, вперед. Чего сидим? Я думал, он что-то им... Он же в конце прошлой серии что-то балдеть, гнал на них. Машинку будем искать. Поехали до ботаника скатаемся. Он там через свои компьютеры решит. На хакера, что ли? Я, кстати, да. забыл. Там я день был... назад был. Это же тот человек, который от нас сваливал. Или месяц. Я, стой, бля! Опять! Это Вердоста. Я пока сел, твою мать, блядь. Кроссовка был бы догнал бы, блядь. Чего он от нас валит, сука? Боливия, Токио. Чё, до хакера? Поехали. Чё в куртке сидят вообще, потеют там? О, здорово, я компьютерщик. Я завязал, пацаны, я больше не занимаюсь. Ты завязал, я бал. Успокойся. Ты сейчас железо знаешь, куда засунул? Успокойся. А чё прёт, бля? Стоп, давай, короче, помощь нужна. Поможешь? Чё случилось? Ты там, короче, в Инстаграме мошенники. Блядь, объясни ему токи, а? Короче, смотри. Некие нехорошие люди создают фейковые страницы, заливают туда фото детей больных инвалидов. И на этом бабки заделали. Ой, бля. Так. Надо вот их, короче, как-то есть. Вычислить. Есть одна мысль, пойдемте. В общем, есть разные варианты. Можно через Blue Force, можно через перебор паролей сделать. Но я лучше нормальный вариант вам сразу предложу. Создадим новую страничку. Новую страницу. Много подписчиков сделаем, накрутим. Много просмотров сделаем, лайков. Они вас заметят и выйдут на вас. Что, сейчас будет готово? Да, есть. Сложно как-то. Мне казалось, можно проще выйти. Папа, что это делки? Ну, если типа хакер, то взломай просто аккаунт. Там есть информация. Вот такая есть. Ящик там, я не знаю, при регистрации указываю. Или телефон. 470 тысяч подписчиков. Ой. И что, Токио? Думаешь, сработает? Попытка не пытка, что? Что, поедем бахалом? Поехали. Что-то он вообще жестко, походу, бухал, если до сих пор умирает. Я, но... Ты что не хаваешь? Да не лезет что-то. Нахрена так что-то заказал туда? Да я думал, полезет лишь. Впрочем, братан, 470 тысяч подписчиков у нас в Инстаграме, прикинь. А что на этом, как вообще интернетчик-то деньги рубят? Реклама же. Рекламируют. Слушай, может проверим? Давай проверим тебя. Девушка, а можно администратор нам песня? Снова ночь, и вокруг горят огни. Здравствуйте, что вы хотели? Мы, короче, этот, блогеры, короче. Вайнеры, короче, мы этот. Вайнер. У нас этот. В Инстаграме, короче, этот. 470 тысяч подписчиков. Этот. Мы можем этот рекламу сделать вам. Бартер. Да. Очень интересно. Да? А может тогда нам этот еще этот? Десерт? Да, конечно. Базара нет, братан. Работает. Брат,
Арфа, тут такой магазин, супер, нам одежду подарили по парту. Нельзя, батюшка. Ну, сейчас этот приклеим, эту страницу. Отметим. А, ну да, отметим. Так и перетаем. Скажи, нахуй правила на хау. Да не важно, че главное твоя талия. Ямбал. Че? Чё-то мы капец погнали, братан. Базара нет здесь, ништяк, но надо работать. Поехали. Братан, ждем же, пусть напишут, ждем же. А пока отдыхай, че? Лучше улыбнись сюда, смотри. Спасибо, Рэр Гавай, лонг тайм, за прекрасный отдых. Поехали, собирайся. Только во вкус зашло. Давай по бартеру это будем оставить. Только одежду вроде набрали. А мы договорились, давай поработаем. В своем. Давай подумаем, как на них выйти. Но они обычно пишут тем людям, у кого дофига подписчиков, правильно? Ну да. Что за фигня, братан, ты же не канаешь, блядь. На чужом горе бабки зарабатывать. Опа. Смотри, что пишет. Что там? Сообщение. Здравствуйте, требуется помощь, отец сильно болен. Ну-ка. Что-то подозрительный аккаунт, аватарки нет. Звук также скачет. Этот, помочь пришли вы, да, просили о помощи, да? Да, я. Да, я сейчас зайду. Нет, куда вы, подождите. Сейчас, стойте, сейчас, куда вы? Что за? Чуть-чуть валить-то. Сестренка, ты этот, не обижайся. Мы на самом деле хотели помочь сейчас этот, а... Короче, сейчас. Че так далеко парканулись, а? Да капец неудобно получилось перед этими людьми. Конечно, неудобно. Ты же, бля. Надо помочь чем-то. Может, поможем чем? Ну, давай, конечно, поможем. Денег нет уже. Да ты че? У нас же есть волшебная страничка в Инстаграме. Точно, вот здесь, короче, супермаркет есть. Ага, сестренка, вы нас простите за вторжение. Как-то глупо получилось. Вот, возьмите. Да, пожалуйста. Продукты, одежда от нас. Дорогие друзья, сегодня мы решили помочь семье Тургумбаевым. И хотел бы обратиться всем тем, у кого есть возможность, тоже помогите. Вот, оставляю Каспий Голд здесь. Вместе мы сила. Все. Все, ага. Ага, все, извините еще раз. Я амбал, ты с людям помогаешь. Зачем на весь мир орать? Мы помогаем человеку. Это же нужно делать технично, молча, как ниндзя. Ты что, попутал, что ли, от Токио? Ты я это делаю, чтобы больше людей узнали и чтобы помогали тоже. Да хрен знает. Опа, сообщение какое-то. На, прочти. Здравствуйте, мы фонд Хурмет. Видели, что вы помогали человеку. Это наш клиент, мы с ним работаем. В смысле наш клиент? Мы с ним работаем. Что, охренели, что ли, бизнесмены хреновы? А? Ну-ка, подожди-ка, Амбал. А, здравствуйте, это ваш клиент? Да, у нас тут небольшая иная сумма есть. Может, скиньте Каспий Голд, мы перечислим. Ну, скинули. Позвони хакеру, пусть пробьет счет. Алло. Короче, я тебе сейчас счет скину, номер. Пробей кто, что и вообще, и вообще. В смысле противозаконно? Закон тебе говорит, слышь? Давай, быстрее пробивай. А чё ты так постоянно далеко паркуешься, а? Короче, Айгуль Маратовна, 85-го года рождения, адрес. Ну всё, поехали. Вот хакер даже фото скинул, милая. Нет, еще надо проверить, милая она или нет. Не, а что ждать? Пойдем, может, зайдем? Пообщаемся, пробьем. Не, братан, сейчас надо подождать чуть-чуть. А что ждать-то? О! Все, заходи, братан. Амбал, мы же договорились, ему, братан. Ты да я хавать хочу. Дай телефон. Скажи здесь. Спасибо, чао-чао, пицца. Не буду говорить, сам говори. Да скажи пару слов и все. Я не хочу пиццу хавать, но сам говори. Ну не хавай пиццу, ну скажи.
Спасибо, чао-чао, пицца. Ну, сойдет, что. Пойдем за парка. Ты да-да, я похаваю. Пойдем. Попросим? Да не, по времени у меня чуйка какая-то есть. Сейчас я скрою замок. Завязывай, будешь? Как ты скроешь, бля, братан? Завязывай, братан, нас. Да не сытый, блядь. Ты чё гонишь, братан, бля? Нас, блядь, по всем инстанциям загоняют. Ты чё, братан? Нормально все. Бля, амбал не гони, ты чё? Да я не жал весь день. Что я тебе говорил, чуйка моя не подводит. Фамилия инвалидов, сумма денежного поступления. Походу она, братан. Все. Ты бурься, не влезешь, с полиции. Вам придется проехаться с нами в отделение. А в чем, собственно, дело? Пиздец тебе, сучка. Я не залипаю в телефон без повода. Каждый пытается залезть тебе в душу. Вы дайте нормально поужинать. Ну что, парни, молодцы. Дело этой машинки раскрыли. Вера главным. Взнюх тем был. Роста тебе карьерного. Вот. Ты кто сейчас у нас? Капитан же? Ну да, бля. Ну все, бля. Расти, бля. Давай, а... Чего у тебя закуски нет, капитан? Ты что, голодный, что ли, бля? Везут же. Кстати, у меня же жена лагман сделала. Сейчас принесу пациента. Куда? Сядь. Тос говорю. Дишка, чего у тебя здесь? Джусай застрял, что ли? Запарил, бля. Короче, хочу сказать спасибо ням-ням суши за вкусное угощение. Да там пусть они привезут сначала. И может я все-таки скажу тост, да, сегодня? В общем, хочу тебе подарить вот. А, ты же мне 10 штук должен. Да что? Брал у меня, за что? Теперь 5 штук должен, дарю. В общем, Токио. В сейфе замок поменяй, а то он своими отмычками запарил мою водку тырить. Вот. Сколько стоит она? 2000. Теперь 7 должен. За амбала. Поднимаем, офицеры. Да, охерели что? Давай, стой, офицеры пьют. Давай. Слушайте, я бы не сказал, что вторая серия куда интересней.
Не знаю, что-то меня как-то не цепануло, опять же. Пол серии где-то, ну, начало точно. Да-да, пол серии мы смотрели, как Амбал вообще умирает. Это как-то надо было так жестко бухать, что в итоге полдня он точно там умирал вообще. Я немножко не понял тему с мошенниками, типа, ну, они знали об этом, что есть вот эти, ну, все об этом знают. Есть эти аккаунты и так далее. Возьми этот любой аккаунт, взломай там, я не знаю, найди информацию, и все, и у тебя же есть хакер. Но они в итоге накручивают подписчиков, ну, ля-ля-ля. Короче, я продираюсь к сюжету. Вот. Ну, так было бы неинтересней. Лучше нам показать, как они там отдыхают, отрываются и так далее. И мне казалось то, что эта девушка, ну, на которую они вышли, мне казалось, что она нормальная, ну, реально, короче, помогает, у нее фонд и так далее. Возможно, так и есть, но что-то как-то в итоге, типа, вот, все, молодцы, раскрыли. Фиг знает. Я не понял, она в итоге плохая или она в итоге хорошая? Шуточки в сериале, ну, что-то как-то не особо, конечно, вкатывали, как будто бы меньше. По мне так, мы стоим на месте. И звук точно так же меня напрягал. Очень громкие песни и тихие диалоги. Вот. Вообще эти перебивки с черно-белой с музыкой что-то как-то они особо как не в тему смотрелись, мне кажется. Возможно, все вообще, то, что я говорю, придирка. Возможно, так и есть. Ну, просто я говорю вам свое мнение, типа, меня что-то этот особо не впечатлило, так же, как и первая серия. Поэтому, в любом случае, если вам интересно посмотреть со мной, если вам интересны эти реакции на сериал этот, то ставьте лайк, пишите комментарии. Все на этом. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.